Привет, друзья! Сегодня еще один такой интересный день, потому что каждый день интересный. Я хотел бы вам пожелать сегодня благополучия, здоровья, счастья, всего самого хорошего и сказать, что всегда, когда я буду появляться, и даже если я не буду этого говорить, знайте, что я вам этого желаю. Мир! Вот он, фазанчик от меня убегает, смотрите, друзья. Эй, фазанчик, иди сюда! Видите? Вот она, моя девочка. Давай, идем. Идем сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Вот такой орех она. Да, ей такой нравится. Вот умничка. Вот, схрончик себе сейчас сделает, спрячет. Вот такой пакетик я с собой беру. Там всякие орешки. Разных видов. Одним здесь нравится грецкий орех, другим кишью, третьим кедровый. Вот она тема, друзья, вот. Oh, yes. Какая мощь, чувствуете? Вы, наверное, не чувствуете, я чувствую. И ушел, все. Потеряйте себя, а потом вновь найдите через некоторое время. Это как дефрагментация диска, если вы знаете, что это такое. Такой легкий поверхностный апгрейд. Многие спрашивают, чем вы занимаетесь в парке, кроме бега. Бег – это действительно не главный элемент моих занятий, потому что, по большому счету, самое важное – это дыхательные упражнения, которые я делаю. Есть у меня пару комплексов интересных таких, которые вот на природе, на свежем таком режущем воздухе, оно делает потрясающие вещи. Поэтому, об этом я расскажу когда-нибудь.